Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам покажем, как можно обновить непосредственно прибор Star 4, C4, кирпич, мы его называем. Иногда бывают проблемы с прошивкой, он начинает глючить. И у него есть внутренняя прошивка, которую мы можем обновить. Здесь мы продемонстрируем, как это можно сделать. Самое главное в этом теле не торопиться никуда, иначе можно просто его уложить совсем окончательно. Напоминаю, что это у нас C4 прибор. Будем восстанавливать прошивку и перешивать. Для этого обязательно нужно, чтобы батарейки у него находились в отсеке. И батарейки, естественно, не дохлые были. Здесь я покажу на видео, что если без батареек шить, то он выдает ошибку. Поэтому обязательно должны быть батарейки. И нужно их установить туда. Также несколько манипуляций. Открываем Toolkit, файл INI. Находим строку с батарейками, да, вот видим здесь. Здесь обязательно нужно по умолчанию, здесь 7200 стоит и 11000. Здесь нужно поставить нули, чтобы не было сообщения о том, что батарейка разряжена. Дальше запускаем Fractal Selection. Ждем инициализации. Видим, что у нас подключен прибор. Запускаем администратора. Ждем также инициализации. Пытаемся приконектиться к прибору. Также выбираем прошивки наши. Видим ошибку 645. Вот в этом первая и заключалась ошибка, в том, что мы не вставили батарейки для прошивки и не отключили файлики проверку батареек, то, что нужно было поставить на ли, в самом начале я показывал. Теперь мы это все установили, запускаем от имени администрации, ждем инициализации. Подключение прибора. Подключаемся. Включились Software Update и запускаем. Пошел процесс прошивки. Ждем, когда у нас завершится процесс прошивки. Дело не быстрое, следим за прибором. Лампочки мигают, соединение. Ждем, пока зашьется. Здесь немножко перемоточку включили, чтобы быстрее запись шла. Прошиваем. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, пишите комментарии. Напоминаю, что здесь мы прошиваем C4 через SDConnect Toolkit. Его родное программное обеспечение. Причина прошивки, то, что он зависает, глючит. И решили обновить прошивку. Видим, что зашилась прошивка. Далее выбираем следующую прошивку. Вот имидж версии 2.3 и нажимаем прошить. Ждем завершения прошивки. Процесс не быстрый. Торопиться не стоит, ждем.
Видим, что прошилось у нас. Нажимаем ОК. Приступаем к следующей прошивке. Прошиваем пикушку. Запускаем, ждем процесс, пока произойдет прошивка. В принципе, ничего сложного, просто нужно внимательно все это делать и не торопиться. Каждый этап важен. Прошивка завершена. Отлично. Нажимаем ОК. Выбираем следующий Цезарь. Ждем, когда закончится прошивка. С перемоточкой видим, что у нас прошилось все. Переподключаемся к прибору, пробиваем конфигурацию и регистрацию, видим, что у нас все прошло, регистрация, проверяем Connect, подключается, ждем, пока подключится прибор. Не забывайте подписываться на наш канал, оставлять комментарии. Видим, что у нас нет сигнала, переподключение прибора пошло. Заходим во вкладку Selection и ждем, инициализируется пока прибор. Видим, что у нас прибор подключился. Входим в администратор, ждем инициализации прибора, подключаемся, видим, что у нас все отлично, все подключилось, выбираем 02, нажимаем старт и все, прибор у нас перепрошит полностью в рабочем состоянии. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!